Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. И сегодня я хочу зайти на выживание. Так, у нас здесь день, ночь и бассейн. Ну, давай начнем, наверное, день. Посмотрим, что я тут должен вообще сделать. Так, ну, зомбики я вижу здесь обычные, так что начнем. Возьму я, пожалуй, подсолнух. Подсолнух, а дальше-то что? Возьмем скорострел. Потом, наверное, мы возьмем кукурузу и орех. Думаю, будет оптимально. Потом мы с тобой, наверное, знаешь, что сделаем? Возьму сюда горохомет и пенек. Где у меня пенек? А? Вот он, роднуля мой. И, наверное, может быть, нам еще взять надо сюда тыковку. Она не будет лишней. И морозный горох. А стоит ли мне вообще его брать? Может быть, лучше взять арбузопульту. Давай я арбузопульту возьму и все-таки возьму колючки. Все, друзья, вот такой вот у меня получается ассортимент. Не знаю, в чем тут заключается суть в этом выживании. То есть, наверное, будут бесконечные какие-то орды идти или что. Без понятия. Ну, в общем, для этого, в принципе, я и начал играть, чтобы посмотреть все-таки, будет ли тут концовка или нет. Шкалы я никакой не вижу. Вижу вот только выживание, день и все. А, вот, ребята, прогресс уровня. Все-таки все есть, все нормально. Зомби идут потихонечку. Ну, мы сейчас, конечно же, начнем отбиваться от них. Мне нужна солнечная энергия, конечно же, очень много. Я не знаю, кукурузу, может быть, пока поставить, а? Давай, родные мои, ну. Еще, говорю, мне нужно еще солнечной энергии, ну. Вы издеваетесь, блин? Ну, так, окей. Ёпрста, я... С горячухи-то не это. Не сфейлюсь тут сейчас. Давай. Скорострел, малорик, все, красавчик. Найс, у тебя все получилось. Так, теперь мы поставим сюда кукурузу. На всякий, как говорится, черный случай, да? Не забывай, что здесь у нас будет с тобой. Ага. Здесь у нас ничего не будет. Потому что здесь зомби идут и просят мозги. Понимаешь? Видите ли, подавай им мозги и все. Ну, я, как всегда... Фигушки им покажу, вот что. Мозги. Мечтай. Держи карман шире, я бы так сказал еще. Кукурузка, ты давай, главное, это. Вот это вот ты молодец. Маслица моему, как говорится, на голову кинула, да? И все у нас отлично. Бамс. Так, сверху идет зомбарик. Усиленный. Об этом не стоит забывать. Но. Вот это вот охламона валите. Слушай, а мы здесь сможем? Сможем. Вот если так будет кукуруза мне помогать своим маслом, то мы сможем, поверь мне. Я буду два ряда здесь, наверное, делать подсолнухами, да? Слушай, смотри, мы практически с тобой прошли день, но мне кажется, что здесь будет еще усложнение какое-то. Вряд ли на этом все так закончится. Так, может быть, нам нужен орех. Орех, как можно быстрее. Я его поставлю вот сюда. Пускай этот пока хрумкает, а мы с тобой подсолнушек посадим, да? И, наверное, будем все-таки сюда скорострела влуплять, потому что в нем вся, как говорится, сила. Хватает? Нет, надо еще немножко нам энергии. Ну, где энергия, ё-моё? Вот, ставлю, короче, сюда. Теперь надо как-то позаботиться вот об этом. О зомби, который тут прет. А зомби прет. Давай кукурузу хотя бы, что ли, влепим. Нам нужно его просто задержать, понимаешь? Слушай, ты посмотри, какой стоит там, нахрумкивает. Я вот так вот сделаю, ребят. Понимаешь, когда кукуруза в тыкве, то это вообще имба. Фиг, как говорится, ты ее прокусишь. Только вот жалко, что я поставил ее немножко не туда. Да, немножко не туда я ее влепил. Здесь же у нас должен быть подсолнух. Ну фиг с ним. Так, давай мы с тобой сюда. Ой, ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо, так, орех очень долго ждать. А как же мне тогда быть? Как же мне прикажешь здесь тогда? В принципе, я могу вот так вот сделать. Да. Я думаю, что все-таки кукуруза завалит этого зомби, да? До того, как он съест тыкву. Вот так вот. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю.
Так, здесь вот, конечно, плохо, что всего лишь одна кукуруза. И здесь, кстати, тоже надо нам с вами немножко поднапрячься, да? И, так, тихо. Я смотрю, вот за тыквой что-то она уже практически съедена. А я орех-то сюда не смогу поставить, верно? Верно, но зато могу заменить. Сейчас посмотрим. Сейчас мы с тобой все это дело посмотрим. Да, справилась у меня кукуруза с этим зомби, с усиленным, и это классно. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, зомбики, не надо тут бежать, сломя голову, пожалуйста. Не надо, успокойтесь. Все будет хорошо. Наверное. Смотри, смотри, смотри. Нахрумкивает тут, а? Наяривает. Жалко, конечно, здесь у меня нету скорострела. Я бы... А, вот мы еще можем сделать. Конечно же. Конечно же, мы с тобой сделаем шипы прямо под ногами у зомбарей. И они, соответственно, будут получать урон многочисленный от наших кукуруз, от этих шипов. И мы быстренько разберем. Приближается еще волна. Окей. В плане. Ах, вот так. Погоди секунду. Так что, получается, здесь бесконечное количество волн? Так что ли? Единственное, что, конечно, зомби все мощнее и мощнее становится. Вот что я заметил. Ну ладно, хорошо. Раз такое дело, давай поборемся, поборемся. Ну я не знаю, ребята, я сколько так могу пройти? Наверное, очень долго и много. Да? Поставим с тобой так. И кого бы еще нам с собой взять? Давай капусту. Капуста, да, окей, поехали. Погоди-ка, я не понял. Я просто поменял, что ли? Ну, заменил, так скажем, некоторые растения и все. Так, а смысл? Немножко непонятно, но волна новая, посмотри сам. Видишь? Интересно. Интересно, девки пляшут, да? Ну-ну, успокойся, успокойся, псих. Мозги, вот тебе и мозги. Я могу, наверное, знаешь что уже? Спокойно накопить себе здесь на арбуз и просто поставить арбузы. Верно? Верно, и они тут будут наяривать. Да, я, наверное, так и поступлю. Берем с тобой арбуз. И вот этот ряд можно чисто арбузами заклепать. Ой-ой-ой, а, ну они не перепрыгнут. Эти чувачки перепрыгнуть не смогут. И не надо хрустиками тут заниматься. Не надо. Уже наяривает. Слушай, ну да, в принципе, смотри, я могу сюда вот поставить арбузы по этому ряду. А уже вот здесь, например, заморозчиков, и все. И это будет круто. Пожалуй, мы так с собой и сделаем. Так, ну правда, до арбуза надо копить очень много и долго. Но он того, я думаю, стоит. Да, жалко, конечно, что здесь, ну как бы получается бесконечно это все. Хотелось бы, чтобы это когда-то закончилось. Приближается большая волна зомби. Ну давай, я жду. Пока никого не вижу. Вон, бегут, бегут, засранцы, а. Так, сюда мы с тобой, наверное, вот так сделаем, да? Оп, и облом такой, да? Перепрыгнуть не получилось у меня. Вот и все. Так, вот здесь тоже нужно будет пенек поставить внизу, на нижней дорожке, потому что здесь горхострел у нас стоит. Давай, 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 давай. Отлично. Да, походу, все, эту... А, приближается еще волна. Волн отражено 2. Так, ну что, я вижу, здесь зомби уже идут у нас с ведрами. Мы с тобой можем сделать следующий вариант. Взять, например, кофейное зерно и взять сюда вот так. Верно? Верно. А, тут нужно еще выбирать. Хорошо. Давай так сделаем. Кукуруза нам... Нет, возьмем арбузы. Можно вишенку, кстати, взять. Тоже не будет лишней.
Вот так. И пенек. В принципе, больше нам здесь никто не нужен. Ну, если посмотреть, то этого будет достаточно. За глаза просто-напросто. Все, поехали. Поехали. Вот этих вот мы можем с тобой спокойно заменить. Да? Подсолнухов, которые сзади стоят. А вот сюда нам достаточно, наверное, поставить по магнитику. Ну, один, конечно, вряд ли нам здесь сделает погоды. Но если мы, например, поставим здесь 2 или 3, то это будет уже очень даже хорошо. Надо, естественно, его еще пробудить кофейным зерном, конечно же. Ну вот, видишь, как только у них нету шлема, да, на голове, ведра этого, то все, они сразу фейлятся. Я считаю, что это даже очень хорошо. Причем мы сможем притягивать не только, да, ведра, но и лестницы и все остальное. Так, давай дальше. Ну-ну-ну, не беги. Не беги, а отдохни. А вот сюда я поставлю, наверное, сейчас все-таки пенек. Да, мне нужен здесь пенек. Опа. И заменять будем с тобой вот эти вот растения на суперские. Как только мы заменим с тобой, вот этот ряд можно будет, в принципе, убрать. Второй ряд подсолнухов. Он уже нам не нужен будет. И здесь мы поставим с тобой каких-нибудь юнитов бомбящих. Вот такой как бы у меня сейчас раскладик. Так, я могу еще вишенку ставить. Вот так вот. Орехи, кстати, тоже могу немножко усилить, да, поставив их, соответственно, в тыкву. Дать дополнительную, как говорится, защиту. И все. Так, ну что, сейчас пойдет у нас волна, якобы, да, я так понимаю. Я готов, я жду. Меня уже, наверное, здесь ничем не запугаешь. Ну где вы там, эй? О-о-о, бежит, 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 бежит. Ха-ха, сейчас его распишем по первой программе. Так, а я вам пока жду, когда... Вот. Заменили. Единственное, что вот эти вот, конечно, зомби, которые с колпаками идут, у них, ребята, пластиковая, видимо, вот эта вот фигнюшка на голове, да, она не притягивается магнитом. Что? Приближается еще волна. То есть три волны мы отразили. Может быть, здесь также будет 5 волн, как обычно, а может быть 10. Ну что, я думаю, здесь ничего менять не стоит. Блин, ладно, давай возьмем так. Так, ага. Возьму арбузы и возьму горохомета. Возьму, наверное, здесь мину. На всякий случай. И вишню. Вот так вот. Да? Оптимально? Оптимально. Поехали. Оу, там танцор, ё-моё, там же танцор. Я же только сейчас его заметил. Так, ну что, давай тогда мы с тобой сделаем вот так. Слушай, а мне кажется, что нет смысла ставить ледяной горох. А знаешь почему? Потому что мы замораживаем, да? А огненный горохострел его размораживает. Так что это не пойдет, ребята, это не катит. Надо менять. А вот на кого теперь надо подумать? Можем на арбузы поменять. Как вариант, да? Ну да. Почему бы и нет? Все, хорошо. Так, здесь мы тоже меняем. Тут будут чуваки еще с дверьми идти. Пока их еще... Вон они идут. Сейчас наши магниты будут вступать в бой. Ну, что, не отнимайте. Вот так. Сюда ставим защиту. Так, где этот танцор, блин? Вон он. Фига в танцуле, а? А что... Ах ты, ёкаламане. Я думаю, в чем проблема здесь? А в том, что у нас здесь нет с тобой скорострела. Вот именно на этой линии. Хорошо. Сделаем его. Как всегда, меня тут отвлекают не по делу. Ну да ничего страшного. Так, а здесь-то у нас что? Ага, я понял.
Здесь нам не хватает пенечка. Я пенек и не взял, к сожалению. Угу. Ну что, приближается волна. Да? Мы ждем ее. Мы ждем с тобой волну. Так, заменяем с тобой. И вот эти вот растения я уже спокойненько, приспокойненько убираю. Окей. Ну что же, я думаю, наверное, здесь можно убрать просто вот эти вот все ненужные нам, как их звать-то, капусты, да, и прочее. А возьмем мы с тобой пенек, орех, вот этих ребят. Ну, а дальше просто уже наугад. Без разницы кто. Поехали. Все. Твою ж налево, я не взял этот. Горохострела не взял. Да как же так-то? Вот это вот можно отсюда смело выкапывать и ставить сюда пенек. Так, шоколадка выпала. Шоколадочка выпала. Вот здесь вот, кстати, мы тоже. Но не сейчас. Смотрим, вот здесь вот. Ох ты, алмазик даже выпал. Вот здесь вот выкапываем и ставим тоже пенек. Хотя здесь, нет, ребята, немножко неправильно сделал. Немножко я неправильно сделал. Здесь мы с тобой ставим пенек, вот здесь вот. А вот тут нам надо будет поставить магнит. Да-да-да, вот это будет оптимально. Ну что там, кто там? Спортсменушка прыгает. Все никак не напрыгается, да? Ну ты сам видишь прекрасно, что тут просто разносим на ура. И это у нас четвертая волна только лишь. Нет, пятая волна. Так, вот здесь мне совсем не нравится, как дела у нас обстоят. Совсем не нравится. Так, давай мы сюда вот этого поставим и смотрим. Вот сюда надо будет еще поставить вот этого вот горохомета смачного. Так, ну что, волну... А, это нет. Волна сейчас будет приближаться. Давай, я жду, я готов. Последняя волна, конечно. Воу-воу-воу-воу. Майкл Джексон там. Тихо-тихо-тихо-тихо, роднули. Успокоились, так. Тут вот я немножко, ребята, пропустил. Видишь, здесь нужна тыква нам. Желательно как можно быстрее. Ну, давай, последних вот этих вот сейчас забомбим. И все. Кубок. Да, друзья мои, 5 волн всего лишь здесь надо было отбить. И мы с тобой прошли режим выживания день. Так, это вот будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Странно, 10 кубков, наверное, будет последний, просто бесконечный. Я так думаю. Ну что, ладно, сегодня мы с тобой прошли выживание день. И давай, наверное, продолжим маленечко основной, да, приключений. Так, сейчас я полью только свои цветочки здесь. Видишь, они хотят пить, понимаешь ли. А улитка, как всегда спит. На шоколадку, улитка. Действуй. Собирай тут. Ладно, сам соберу. Да что ж такое. Если бы хотя бы улитка могла поливать бы, помогать мне как-то, было бы вообще прекрасно, да? Она просто ходит тут и монетки якобы собирает. Ну что, в меню. Приключения нас ждут. Я так понимаю, тут тоже 1.10, да? И мы перейдем с тобой на другую локацию. Так, ну что на этот Дэйв раз предложит мне? Ага, сиамских близнецов, да, дает мне скорострела и мину. К этому всему я добавлю сюда факир пенек. Поставим сюда с тобой высокий орех. Здесь также я... Нет, наверное, не стоит брать морозный горох. Нет, не стоит, это однозначно. Возьму, пожалуй, тыкву. И кукурузоньку. Кукурузоньку. И, наверное, вот живуна возьмем с тобой. Живуна. Так, и золотая ромашка. Подожди, что? А, елки-палки, конечно же. Как так? Без подсолнуха-то, без моего. Я собрался идти воевать. А, зашибись.
Сейчас бы встрял. Хорошо, что предупреждает, да? Ну что, начинаем по стандарту с наших подсумков. Я не знаю, может быть, сегодня попробуем пройти уровень 1.10, то есть перейти на другую локацию, грубо говоря, да? На задний двор, по-моему, если не ошибаюсь, у нас там будет. Пока все хорошо, все замечательно. Я буду подсумки свои маленькие высаживать. Они довольные, радостные, веселые. Солнышко пригревает. Погодка хорошая. А, там потом, по-моему, ночь у нас будет с тобой. Вот что. Ноченька там наступит. Так. Пускай ползет. Пускай ползет. Их подкрадывается там еле-еле. Там мне на него плевать. С большой колокольни, если честно. Пускай идет. Я не знаю, зачем Дэйв здесь мне дал сиамского горохострела. Вообще не могу понять. С чего вдруг он так решил? Ладно, неважно. У него на это, наверное, были свои какие-то причины. Так, ну что? У нас скорострел начал бомбить. Мы с тобой высаживаем, ну, по стандарту, да? Два рядка подсолнухов. Ставим горохострела. Все это заправляем пенечками. И наслаждаемся победой. Как бы у меня вот такое вот в планах. Тут, кстати, будет две волны. Давай-ка я кукурузку сюда поставлю, на всякий случай, и минку. Фиг ее знает, успеем, не успеем. Что-то он как-то быстренько темпа набрал. Мина, минушка. Нет, да быть такого не может. Ага, все, хорошо, теперь точно успеем. Теперь успеем, минка, оп. Бабах, и все. И нету зомби. Так, а я все с подсолнухами балую. Угу. Вот здесь надо, кстати, пошевелиться, потому что, смотри, ну идет. Идет, красавчик. Я могу, кстати, живуна поставить и все. Да? Ну да, живуна вот так вот берем. Опа! Делов-то на копейку. Но мне-то нужны кто? Мне нужны именно скорострелы. Так, в защиту. Вот здесь у нас с тобой никого нету. Так что давай-ка мы как-то об этом деле побеспокоимся, да? Еще один подсолнух. Последний подсолнух высаживаю, и все. Будем, чтобы уже заниматься конкретно нашей армией. Так, а вот это вот плохо. Хотя, если живун успеет переживать, да, то он этого слопает за милую душу. Да, даже не поморщится, ты понимаешь? Оп, он проглотил его. Шикарно. Давай. Подходи. Сейчас хрум и нету зомбика. Так, я, наверное, знаешь, что сделаю? Вот так вот пенек сюда поставлю. Так, вот это вот плохо. Когда живун там жует, и сразу же появляется зомби-проныра. Конечно, будет мне мешать очень сильно. Надо. Так, а здесь смотри-ка, что у нас. Здесь еще и бегун. Что ж такое-то? Ладно, сделаем защиту для нашего живуна. Он должен, в принципе, успеть переварить этого зомби и съесть. Так, секунду. Бегут спортсмены. Опачки. Ай-яй-яй. Давай вот так сделаем. Успеем, потому что мы на него масло обронили. Ой, а здесь-то... Так, давай-ка вот так вот. Будем выставлять уже стена-орех. Ну что, первая волна бежит, да, на нас? Вроде бы мы с тобой довольно неплохо так укреплены. Переживать, в принципе, пока не стоит. Есть некоторые нюансы, да, где стоит подкорректировать, но это совсем мелочи. Так, здесь все ок, здесь ок. Вот тут мы с тобой ставим горохострела. Там идет один зомби наверху. Что мы с тобой... Так, подожди секунду. А я орех здесь забыл поставить, ё-моё. Все, теперь я, как говорится, как у царя за пазухи, да? Нет. Вам, ребята, здесь не рады. Идите отсюда, по добру. Тихо. Давай. По зомбарю огонь. Со всех катапульт. Давай. А, ну он же тыкву что-то будет пока есть. Так что есть у нас время. Все, мы его уничтожили. Сюда мы с тобой ставим пенек. И наносим колоссальный урон уже огненными горошинами. Просто имба. Ты посмотри, как быстро мы его разобрали. Сюда вот еще пенечек влепим.
И все, и красота. Надо будет только лишь сюда влепить орех. Да-да, именно орешек здесь должен быть. И все, все, ребят. Два пенечка, и мы в сказке. Понимаешь? Кстати, у меня уже денежки есть. Мы с тобой можем что-то приобрести в магазине, в принципе, да, у Дэйва. Деньги есть, надо что-то купить. После этого боя... О, шоколадка для улитки выпала. Это тоже хорошо. Так, давай-ка. Вот сюда еще пенек. Все, друзья мои. Огненные горошины летят. Теперь, ну тут просто никто не пройдет. Я уже могу просто издеваться. Могу вот сюда вот тыкву влепить. Уже от нечего делать. Сюда могу мину поставить. Так, сюда, например, кукурузу влепить. Ну что ты, ну куда ты бежишь, а? Ну что, вот что тебе надо? Ага. Все, допрыгался кузнечик. Вот так-то. Сейчас пойдет еще одна волна. Я еще одного скорострела сюда поставлю. Ну вот. Вот, ребята, вам и весь расклад до копеечки. То есть все очень имбово, согласись. И муха не пролетит. Ну и что-то еще зомби идут, довольно легкие тут. Нету бронированных, да? Которые с ведрами, с котелками там. Обычные. И, конечно же, хорошо, что здесь нету гаргантюа. Иначе мне не было бы так весело, как сейчас. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем денежку и проходим, соответственно, уровень. Так, это мой дом, это я знаю. А можно мне к тебе зайти в этот или нельзя? В магазин, дай-ка я что-нибудь посмотрю здесь. Так, это не то. Это у нас морозные арбузы. Имитаторы всякие. Так, а вот, подожди, а вот это что? Так, сажай это на свои зернопульты, чтобы превратить их в кукурузные пушки. Нажимай на нее, чтобы начать смертельную атаку. Может быть, нам вот это вот? Ну, по-моему, надо копить. И копить, причем, очень много. Еще 8 тысяч надо. Вот так-то вот. Ладно, будем копить. Сад мудрости. Слушай, а покорми дерево. Погоди-ка, погоди-ка. А где у нас... Где у нас продается... А, вот оно. Так, а у нас-то здесь еще грибной сад и садовый аквариум есть. Слушай, ребят, ну классно. Классно. Так, что тебе нужно? Вот так вот. Ать, монетку мне дал. Спасибо. Значит, нам еще надо посадить сады, друзья мои. Естественно. Я хочу все здесь себе поставить, и чтобы у меня было все. И аквариум, да? Я думаю, что вы тоже меня в этом плане поддержите. Ну что, давай пойдем-ка мы, наверное, с тобой поделимся маленечко, да? Мы уже с тобой прошли чуть-чуть уровень 1.7. Нам совсем немножко осталось. Так, ну здесь, здесь, ребят, те же самые зомби. Так, золотая ромашка, горохострел и капуста пульта. Вот такой вот мне Дэйв дает выбор. Ну, а я немножко его, конечно же, усилю. Вот таким вот образом. Стена орех и ко всему прочему. А что я еще возьму ко всему прочему? Да ничего. Могу взять живуна. И колючки, кстати, вот. Вот это вот будет. Подожди, колючки, я опять про подсолнух забыл, да? Ну, конечно же. Так что, наверное. Или с колючками. Давай берем живуна и возьмем с тобой вот так вот, поехали. Почему я убрал живуна, ребят? Ну, хочется мне колючки. Будут колючки стоять перед стеной орехом. То есть зомби будут грызть этот орех, и колючки в этот момент будут ему наносить повреждения. Вот такая вот у меня будет стратегия. Все равно они должны стоять у нас, потому что здесь будут спортсмены-бегуны, которые перепрыгивают, да? Они близко ли? Не быстро ли зомби-то пришли? Эй, зомби, это я к вам обращаюсь. Не слишком ли быстро вы газуете тут? Хорош. Я еще только начал играть. Так, ну ладно, мне нужно соточку. Соточку выставляем сюда. Обычный наш горохострел.
Я, кстати, ребят, так и не понял. Я же вас спрашивал в комментариях к этой игре или какой там. Вы хотите, чтобы я снимал «Зомби против растений. Битва за Нейборвиль»? Так и не понял. Никаких ответов я не увидел в комментариях, друзья мои. Так что еще раз вам повторяю. Будем снимать или нет? Или, может быть, мне самому попробовать для себя? Может быть, она мне не зайдет еще, я даже не знаю. Но, тем не менее, я ее приобрел, так что надо будет поюзать все равно, в любом случае. Так, хорошо, мы этого зомби сейчас ушатаем. Почти рядок уже с вами завершаем, да? Так. Горохострелы мои отбиваются. Довольно неплохо. Зачем он взял сюда золотую ромашку? Ну нет, ну конечно я могу посадить и посмотреть, что они будут давать, но зачем? Они будут давать маленькие монетки, так? Или золотые? Кстати, надо будет проверить сейчас. Давай посадим чисто для... из любопытства. Вот сюда вот один. Просто хочу посмотреть, какие... Ой, тихо. Ну да, он обычные монетки дает. Так, вот так вот мы сделаем с тобой. Давай, расстреливай, родной мой. Так, тебе надо как-то подсобить. А подсобить я могу только через пенек огненный. Ну, до него пока доживешь, до этого пенька огненного. Давай вот так вот с тобой сделаем. Так, погоди-ка. Там, друзья мои, бежит спортсмен. Твою же маковку. Давай так сделаем, наверное. От безвыходности просто пришлось. Видишь, как он медленно идет. С шестом он бежал очень быстро. А сейчас почему-то он очень медленно передвигается. Я не знаю почему. Видимо, все последние свои силы отдал. Да ладно. Нет, фу, успели. Я думал, сейчас еще дойдет и съест мне моего горохострела. Но ничего подобного. Давай вот так сделаем. Не надо там бежать. Так, тихо. Что мы с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем вот так вот. Да? Оптимально? Оптимально. Как думаешь, дойдет, не дойдет? Слушай, мне кажется, дойдет. Мне кажется, дойдет он. Нет, не дойдет. Я вовремя просто успел поставить шипы. А так была вероятность, что да. Он мог бы дойти. Так, сюда мы с тобой выставляем еще один орех, так же, как и сюда внизу. И вот такие вот шипы будут у нас перед орехом. Ага. Так, тут надо поставить нам пенек. Пенек пеньком, а здесь-то надо орех поставить вот сюда. Так, может быть, я успею сейчас накопить. И здесь, кстати, тоже нужен орех. Давай, наверное, вот сюда поставим для начала. Блин, а наверху идет крепкий зомби. Крепкий зомби. Что будем делать? У нас только один вариант. Вот так вот. Это в данный момент. Можно еще влепить вот... Нет, вот сюда пенек. Успею ли я пенек этот поставить? Ну, пенек я должен успеть, да. Отлично. Но все равно орех надо будет обязательно влепить. Без него я драться как бы, ну, не собираюсь. Так, бегун идет. Давай вот так, все. Вот теперь мы с тобой на расслабончике. Еще я, ребят, вот этот вот ряд специально оставил для горохострелов. Хорош лопать. То есть у меня будет как бы два ряда. Поэтому я пеньки вот сюда далеко ставил. Так, что там съели? Что-то съели вроде бы как, нет? Казалось? Вот сюда вот ставим еще один пенек и все. Нет, я не вижу, ребята, в ромашках вообще никакой надобности. Вот честно. Если бы они давали немножко другие, да, монетки золотые, ну, тогда еще ладно. А вот эти вот маленькие серебряные, они не стоят даже этого выведенного яйца, да? Так, что нам еще нужно сюда? Еще один горохострел пускай стоит. Сюда вот
шипастую лужайку выставим. Вот, 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 вот. Так, бегуны, спортсмены, ползунки. Давай вот сюда вот влепим. Слушай, а дают периодически они золотые монетки. Только что поднял. Ну, это большая редкость. Да, я так понимаю. В основном дают тебе серебряные. Так, подожди секунду. А почему я эти ставлю? Почему я не ставлю скорострелов, а? Я вот сейчас подумал, почему скорострелов не ставлю? Их же выгоднее. Потому что они и быстрее, да? И по две горошины сразу же, да? О, пошла мазута, смотри. Так. Уже 13390 у нас с тобой монет. 13400. Клевенько. Давай, вот. Наверное, да, вот так вот сделаем. Можно капусту сюда уже поставить. Ничего страшного, да, в этом не будет. Так, давай мы с тобой, наверное, так вот сделаем. Это у нас была вторая волна, да? Еще последняя будет, третья. Ну, хорош, хорош. Ну, все равно вы не пройдете. Ну, ну что вы, а? Ну, серьезно. Что бы вы тут ни делали, у вас не получится пройти мимо моих вот этих вот орехов. Нет, они все равно усиленно их лопают. Так, смотри. Так, вот этот вот орех, если честно, надо ставить в защиту. Он уже критический, да? Ну, отобьемся? Я думаю, что отобьемся вполне. Вот этого я, наверное, уберу отсюда и поставлю. Вот. Так, подожди. Вот так вот с собой сделаем. Так будет эффективнее. И, блин, а я кого послал-то? Вот никого надо-то. Окей. И сюда еще капуста пульту. Ну что, давайте, вызывайте своих там зомбарей, орду зомби. Я жду. Смотри-ка, золотые монеты стали выкидывать. Ну, расписываем их, расписываем, ребята. Тюнь-тюнь-тюнь, снаряды со всех сторон. Ой. Как только у нас пойдут зомби с ведрами на голове, да, мы будем с тобой брать магнит. Здесь я могу пожертвовать спокойненько, например, тыквой, да, и обычным горохострелом. Вот так вот. Ну вот, пошли и зомби уже с ведрами. Ребят, ну я думаю, что на сегодня хорош. А мы будем еще другие игры играть. Ну, а обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.